Полное описание и точно дата выхода 3 и 4 серии нового сериала «Эффект домино». 3 и 4 серии сериала выйдут на НТВ 14 июня. В новых сериях мы увидим, как в гостиничном номере найден труп, приехавший в город на гастроли звездной певицы Инги Данишевской. Круг подозреваемых очень широк, учитывая ее вздорный характер. У звезды было много недоброжелателей. Первым подозреваемым оказывается бывший телохранитель Сергей Кравцов, влюбленный в Ингу. Выясняется, что из номера пропал ноутбук с привязанной банковской картой. А перед убийством у Инги случился конфликт с местным авторитетом. Расследование выводит напарников на хакеров, у которых был мотив для убийства скандальной певицы. Но версия заходит в тупик. Под подозрение попадает стриптизер Роланд, но и он не виновен. В ходе следствия выясняется, что садовник отеля Ткачев был одноклассником Инги. Третья и четвертая серии сериала выйдут на НТВ 14 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.